Привет, друзья! Ну что, продолжаю постройку своей кухни. По плану фартук кабанчиком. Погнали! Вот так сейчас выглядит кухня и фартук. Столешница дуб из паркета. А фартук будет у меня из такого белого кабанчика. Долго мучился, что выбрать. Ну, пришел к классике жанра. И вот такие будут черные рейлинги. Черные ручки на кухне. И вот сюда 4 квадратных метра. Погнали, буду выкладывать. Вот так укрыл, упаковал столешку, чтобы не повредить и не запачкать. Разбежку буду делать половина. Я думаю так. Клей замешан, крестики, плиточка. Разметил, что, как, и шлеп-шлеп-шлеп, будет зарастать. Ну что, друзья, кабанчик готов. Смотрим. Бах. 3 часа работы. И вверх. Здесь будет вытяжка. Красотень. А теперь вот так вот. Надо установить затирочку и только. Бах. Вот такая красота. Вот кабанчик белый, ребята. Кто хотел посмотреть, как это будет выглядеть. И вдруг надумает себе купить. Шикарная плитка. Керам Маратце купил в Леруа. Пачка где-то там 500 рублей квадратный метр. Классно! Кухня зарастает, еще фасадики. Так что, кому интересно, ребят, подписывайся на канал. И моя кухня своими руками. Увидите конец.